можно голову на бок. Давайте, да, голову можно на бок. Обычно я, когда начинаю работать с ногами или с руками, я говорю с моим пациентом, положите голову произвольно. Иногда бывают такие казусы. Я не знаю, откуда такие люди берутся, начинают крутить голову вот так, вот так, вот так. А потом такие, смотрю, ухо, то одно шею, то другое. Прям смешно, как у чебурашки, так ушами машет. Потом меня так спрашивают, а произвольно это куда? Говорю, да положу как-нибудь там в любую сторону, уж не важно. Когда мы начинаем работать с головой, мы кладем обычно, если нет дырки, то руки под голову, чтобы не упирался нос. Да? Вот так вот, ладонь на ладонь и лбом на руки. Оказывается, такое простое движение тоже вызывает массу сомнений у моих пациентов. Они, уж кто как, вот я прямо конкретно говорю, руки ладонь на ладонь, лбом на руки. И они начинают, кто-то вот так, кто-то вот так, кто-то вот так может сцепить, а может вот так, а может вот так, а может берет, вот тут хватается и сползает лицом туда, со стола. Как я еще не понимаю, один вообще положил вот так, я говорю, лбом на руки, но я же положил лбом на руки, не понимает, вот так положил, вот так. Такое море вопросов, за такой фигни я просто, иногда я не понимаю. Так, ну давайте продолжать работать с руками. Эй, не открывайте. Тут бывает. Нам же кончики пальцев оставить, да? Да. Вот смотрите. Мы можем сесть, да, и удобно расположить руку. Хоть так, хоть вот так вот сесть, да? Вот. И спокойно прорабатывать, ну, соответственно, уже это получается больше под левую руку, да? Вот так мне больше удобнее симметрично работать. Повторяем это упражнение, когда мы сделали восточную технику, раздражали руку и проработали все внутренние мышцы, да? От центра, вот так вот мы их прорабатываем. Когда мы это закончили, когда мы проработали с пальчиками, да? Теперь руку разворачиваем в обратную сторону и немножко, да, вот поглаживаем перепоночки. Может даже пройтись вот так вдоль пальцев, это должно быть приятно. Да, кайфово. Да? Вот это вот уже сродни эрогенные такие эротические техники уже. Перепоночка у меня эрогенные, походу. Какая, видишь, вот это? Для всех. Машка, это ты с этой стороны, да? Да. Я думала, Максим. Вот. И далее нажимаем вот такие точки, которые находятся под костяшками пальцев уже. Акупунктурные точки, видишь? И буквально сколько у нас костяшек? 3, значит, между ними промежутков. Ой, костяшек 4, пальцы 4, между ними промежутков 3. Соответственно, да? Вот. Чтобы это делать в форме зарядки, я иногда делаю прям вот такую позу, принимаю одну ногу назад. Я на заднюю ногу сажусь, я ставлю на пятку. И получается, знаете, как упражнение такое есть? На растяжку, собственно, мышц. Я вот беру, растягиваю, собственно, мышцы, но при этом обрабатываю ее пальчики. Вот эти точечки. Попробуйте, не очень видно, да? Надо чуть-чуть вниз. Ага. Ты хочешь это упражнение повторить? Ну, как-то еще было. Ну, смотри, еще раз показываю. На заднюю ногу садимся, а передняя нога вперед. При правильном использовании упражнения мы давим на колено, чтобы оно было прямым. То есть мы тянем мышцы сзади, сзади бедра и икры, мы растягиваем носок максимально на себя. Принять такую позу, ну, как бы вот раз, наклоняемся, одновременно работаем с этим пальчиком. Потом меняемся, помните, как я вам показывал, помните? Вот поменялись. Также можем работать с ладонями. Ну как, надо сначала просто это упражнение отработать для ноги. Давай, давай, Маша, ты агрегат, Маша. Такая песня была, помните? Маша. Там, по-моему, качалки такую песню часто включали. Маша, можно? Группа «Любовь» пела, помните? Маша. Маша.
Давай, давай, Маша, ты агрегат, Маша. Что ты там, станок, Маша? Мне нравится меня Машка, как ты говоришь. Машка нравится, как ты говоришь. Я почему-то все имена своих подруг, там Ленка, Людка, Машка. Давай, давай, дави уже сюда. Все они у меня на глаз. Вот теперь мы тоже. Смотрите, когда мы сдавливаем вот эту трубку, мы одновременно начинаем, опять же, экономим всякие разные упражнения, сворачиваем, то есть держим запястье крепко и работаем с запястьем. Вот диагонали сюда на скручивание, да? Теперь прямое скручивание. Вот так вот. Потом вот в эту сторону загнули руку. В эту сторону загнули руку. Попробуйте. Сколько получается? Получается 6 поворотов мы делаем. Олег, с этой стороны похрустите. А что, у Маши не хрустится? Маша, похрустим. Ну что, я не как Лена говорю, похрустим. До предела доводим. Видишь, по диагонали я веду. А теперь напрямую. Вот рука в ладонь одну линию занимает с предплечьем. Теперь прямое скручивание. Как мы скручиваем? Обычно берем за одну часть, а в другую давим. И вот так. Соответственно, давим пальцем. Получается у вас? Потом давим в эту сторону. Помягче может. И в эту сторону. Но когда мы давим обратно, чуть-чуть сюда дойду. Ну, просто чтобы камера была. Так, да, давайте переставим камеру. Ты не знаешь нос почесать, а? Вот смотрите. Подавили сюда. Раз. Подавили сюда, в этой плоскости, да? Теперь вот в этой плоскости, в плоскости нашего предплечья и в эту сторону. То есть с помощью нашей ладони с одной стороны сжимаем, давим, а на другую противоположную сторону, да? И в эту сторону. Нормально, раз. Маша, нормально. Теперь в какую мы еще сторону не давили? Да, все уже давили. Мы еще не давили вот туда. Чтобы туда быстрее подавить, мы тоже берем еще раз пальчики и уже давим на перепоночки. Получается, у нас пальцы выгибаются вот так. Вот это движение очень хорошо сделать, чтобы выбраться. Вот видишь, заодно и пропустим вот этими суставчиками. Один раз сделали, и у нас пальцы могут, соскользнув, обработать, еще раз промассировав все четыре пальца. Видно, да, что они массируются? То есть мы вот так вот уперлись, протрясли и съехали, промассировав свои пальчики, своими собственными. Попробуйте. Так показал. Я еще тоже. Ну, только что перед тебе, перед тобой показывал. Вот, перепоночки-то надо опереться. Вот, здесь не хватает, да, значит, можно добавить этим пальцем. Вот, мы уперлись, смотрите, вот в эти перепонки мы уперлись, да? По сути, как мы вот себе вот упираемся, да, вот, так же можем себе сделать то же самое. Ну, клиенты настолько ленивые обычно, что они не хотят себе ничего делать, зарядкой заниматься. Никто не хочет, да, восстанавливать, никто не хочет. Им проще обратиться к массажисту, проще заплатить ему деньги. Деньги – это самая дешевая энергия, кстати, чтобы вы знали. Поэтому вы можете этим воспользоваться и спокойно зарабатывать такими простыми зарядками. Получилось вот так вот. Сначала убираешься как, кончиками пальцев. Кончиками, да. Перепонки упираешься. И это двигаешь, да, вот так. И это двигаешь туда. На отрывку бы пошел, да? Молодец! Молодец, отлично. Параллельно с этим вы можете делать массировать запястье с этой стороны и с этой стороны. Если не получается одновременно двумя руками разные движения делать, ну что ж, хватаетесь и просто массируете тыльную сторону запястья. Тыльную сторону запястья массируете, да? Я обычно делаю одновременно. Я совмещаю, и это движение идет так. И переднюю часть массирую запястья, видите? Одновременно. Попробуйте одновременно это сделать. Получается у вас и с пальчиками поработать, и запястье массировать. Ну вот. Маша, это приятно? А Таня, приятно? Вот, да. Заканчиваем поглаживанием. Тут уже, в принципе, мы проводим заключительную работу. Смотрите как.
Схватили, вот мы только что, подождите, не гладьте. С кистью поработали, да? И сразу же, как я делаю? Я сразу же этой ладонью прижимаю ее полностью. Сразу появляется тепло. А другой рукой я делаю лимфоотток вверх. Удобнее встать, более ответственно, чтобы удобнее встать в эту сторону, чтобы вы полностью захват имели всего объема. Ау. Вот этого. Ау. Там просто уже масло закончилось. Ау. У меня еще есть. Полегче. Вот, под мышку. Ведем, стараемся под мышку и заканчиваем мягко вокруг плеча. Давайте, давите. Нет, смотри. Можно и в эту сторону, да, можно и в эту. Ну, вы же лимфу гоняете. Да, лимфа идет болезненно. Ну вот тут обычно идет лимфоканал, вот тут не болезненно. Старайся не давить именно в подмышечную впадину, а вот тут, да? Вот здесь, смотри, вот здесь они находятся, поэтому вот тут они больше узлов. Там сильно не давить, особенно если мало масла. Вот, прошлись. И опять же заканчиваем с рукой, точно так же, как с нашим любой частью тела, постукиваниями и потряхиваниями. Значит, можно постучать быстренько. Особо тут фантазировать не надо, можно, конечно, кулачками. Ну, достаточно рука маленький объект, чтобы там какие-то... Да, чтобы какие-то использовать методы. И вот просто, смотрите, с этой стороны мышцы схватили, да, потрясли. И с этой потрясли. Две противоположные. А потом всю руку целиком. Всю руку покачали, поваляли. Такое валяние. Помните, мы делали с телом вот так вот ее валяли? Так же и здесь. Быстренько прошлись, простучали. Простучали, провибрировали, прокачали. Она расслабилась, да? И после этого мягкий делаем отток. Вот так вот, туда, просто так. Нежненько, чтобы они... Может, да, нежнее будет тыльной стороной пальчиками, да? Верно, да? А можно и эту сторону, просто так вот, раз, закончили. И с напряжением снизу. Все, работать с руками мы закончили. Запомнили, что это? Что еще? Ноги? Ноги, да, сколько там есть времени. Ну что, переворачиваться или вам так и лежать?